утро, друзья! С вами Ирина Подрядова и рубрика «Грамотность в массы». Сегодня обсудим произношение имен собственных. Например, как правильно сказать «Барбара Брыльска» или «Барбара». Давайте разбираться. Вспомним, что Брыльска – польская актриса, а в польском языке ударение падает на предпоследний слог. Поэтому правильно говорить «Барбара». Кстати, это аналог русского имени Варвара. А как верно сказать о жительнице Польши – полька или полячка? Мы привыкли, что полька – это танец, и к уроженке Польши слово не подходит. Но это не так. Слово «полячка» в словарях давно упоминается как устаревшее. Нормативный вариант – полька. Например, Барбара Брыльска – полька по происхождению. Стоит упомянуть, что имя американской певицы и актрисы Стрейзен тоже часто произносят неверно. Имя дивы вовсе не Барбара, а Барбара. Так и только так. На этом у меня все. Если информация оказалась полезной, поделитесь с друзьями. А я жду ваших вопросов на почту. До встречи утром!